Ребят, всем привет! Сегодня, короче, еду покататься. Как видите, у нас классная погода, солнце. Еду на трассу здоровья в парк Шевченко. Может быть, еще куда-то заеду по пути. Буду все снимать, вам показывать. У нас уже, получается, конец мая. Уже все, лето началось. Скоро уже пойду на пляж купаться, снимать. Так что ждите новое видео. Так что сейчас еду на трассу здоровья. Посмотрю, сколько людей купается на пляжах. Сегодня обещали 28 градусов тепла, так что будет жарюка. Я уже, короче, приехал на парк Шевченко, где дельфинарий Немо. Вот он сзади меня, получается. А здесь поставили такую скульптуру большую, или фигуру дельфина. Прикольно получилось. Там большая такая, 3 метра, наверное, в высоту. Все, поеду дальше, смотрите видео. Thank you.
уже, ребята, на 16 станции, ну почти подъехал к ней. Тут, короче, смотрю, сейчас на пляже сверху с горы. Люди все больше приходят и приходят купаться на пляж. Погодка уже теплая, плюс 28 градусов где-то, вообще тепло. Вода, наверное, уже градусов 19. Сейчас еще только утро, ближе к 11 будет вообще людей больше. Так что каждым днем будет больше и больше людей на пляже. Ну, много еще приезжающих будет со всей Украины. Так что будут пляжи забиты у нас в Одессе. Все будут купаться на море, загорать. Так что смотрите дальше видео. Еще, ребят, забыл сказать, что водичка вообще класс, такая чистая, прозрачная, все видно. Может быть, сегодня, как приеду домой, схожу на пляж, проверю водичку, как там, теплая или нет. Может быть, скупаюсь даже. Все, всем пока.